всеми любимый бренд, невероятно милый бренд, профессиональный бренд, известный бренд, который знают все в округе, сегодня пришел к нам. Golden Tee — это первый и крупнейший поставщик оптовой продукции из Кореи с 2014 года. Да. Очищаем кожу. Умывалка. Так, вот она. Сразу так, знаешь? Люкс! Тяжелый люкс. Да. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь любая девушка, женщина, дама оценит даже упаковку, потому что всегда начинается знакомство, особенно с новой какой-то косметикой, с упаковки, всегда приятно держать в руках нечто особенное, вот этот золотой слиток, это круто. В коробке вот такая вот здоровая туба, на самом деле, этой умывалки хватит на очень долгий срок. Потому что мы еще знаем, что корейская косметика, она уникальна еще тем, что у нее невероятно маленький расход. Выписал себе штуки, которые мне понравились. Хочу вам их засчитать. Значит, именно здесь, в этой пенке для умывания, имеется экстракт улитки и золота. Муцин улитки в составе ускоряет клеточное обновление, стимулирует синтез собственного коллагена. Это, кстати, важно, собственного коллагена и эластина. Способствует разглаживанию микрорельефа и повышает тургор. А вот коллоидное золото, что делает, тоже интересно, как раз регулирует вот эти ионно-обменные процессы в коже, да. Улучшает степень проникновения активных компонентов. Плюс это увядание кожи, точнее минус увядание кожи, и улучшает цвет лица. Вот мне кажется, это важно. То есть она, кстати говоря, классно пенится, да, тщательно и бережно очищает. Плюс к этому, вот что мне нравится в корейской системе, не просто очищает, ухаживает за кожей, понимаешь, не пересушивает кожу. PH и, как раз таки, да, выравнивает. Да, выравнивает тон кожи. Я так понимаю, что не принципиально, макияж у нас, нет макияжа, он смывает макияж, да? Вы знаете, чем отличаются вот именно корейские умывалки? Сразу лицо такое, как после косметолога, она блестит. И не стянуто, кстати. Не стянуто. Да. И вот ты знаешь, у тебя ощущение, что ты вышла после какой-то классной процедуры у косметолога, потому что такая холеная, знаешь, светящая еще кожа. И как будто крем уже нанесли сразу. Да? Вот о чем я и сказал, да. Наташа, такая румяная. У тебя был хороший, аккуратный мейкап, но без грима лучше. Гораздо. Спасибо. Гораздо милее и добрее, и просто уютнее ты выглядишь, да.